8 вопросов стояло на повестке дистанционного заседания городской думы. Основные решения были связаны с бюджетной помощью организациям и предприятиям, которые несут финансовые потери либо участвуют в мероприятиях по борьбе с коронавирусом. Администрация будет их субсидировать из городского бюджета. Еще важное решение, которое было принято, это решение по отсрочке арендных платежей за землю и арендных платежей за пользование жилыми муниципальными помещениями, либо помещениями, которые арендуют предприниматели у муниципальных предприятий, переданным хозяйственное ведение либо в оперативное управление. Эта отсрочка предусмотрена указом президента. Решение согласовано с Министерством финансов Нижегородской области. Часть депутатов считает, что, несмотря на принятую отсрочку, нужно оценить возможность льготирования этих платежей. Те выпадающие доходы с 2020 года, которые появятся в результате отсрочки арендных платежей, они составляют более 9 миллионов рублей. Поэтому они компенсированы в бюджете города из других источников. Ну, а если как бы льготировать, то нужно будет уже как бы компенсировать эти затраты как бы 100% без возврата их в бюджет. Также депутаты приняли изменения в положение департаментов администрации и решения, связанные с выделением служебного жилья. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.